На участке улицы Энгельса в станице Северской благоустраивают тротуар. Протяженность пешеходной дорожки составит порядка 300 метров. От магазина «Желтый» в сторону улицы Пушкина и дойдет до автобусной остановки на улице Энгельса. Тротуар обустроят до середины декабря. Сейчас ведутся работы по установке бордюров. Особенно актуален он будет в связи со строительством в этой части станицы новых социальных объектов. Завершается возведение центра единоборств, а затем рядом появится и детский сад.